Это это значит, ты должен будешь много ездить. Ведь твоя Хэнни уже взрослая. Значит, я не буду больше руководить производством? Нет. Надо дать возможность другим получить свой шанс. Ты так не считаешь? Okay. Хорошо. Бьорн. Но это не означает, что я поставил на тебе крест. Спасибо. Аксель, если то, что ты рассказал про Люсию, правда, где сейчас Лиса? Мне все равно, это ее дело. А что вы здесь делаете? Это тебе об этом надо спросить. Мы хотели было отвезти Балта к Манике, а тут позвонила мать этой святой Люсии. Лависа Хольм все еще не вернулась домой. Она просто испугалась выступать на сцене, и теперь ей стыдно. Аника дала объявление в интернете, а сейчас обзвонит ее друзей. Рита меня убьет, если мы опоздаем на самолет. Мы не хотим...